Северный народ, который имеет название чукчи, то есть хиораэтлян, то есть настоящий человек. Традиционный праздник – это встреча солнца, кисвей, праздник молодого олененка, который мы проводим уже традиционно в местности Ускатын. Это в основном у нас происходит для встречи с земляками, для общения, для того, чтобы наметить планы на будущее. Рякушим не мурим утку мутлюшмик, утку и мургин коргак варгин, шёнгат, не нынны мургин и шёнгат, мурим утку мутвеч хаваркин чини тысе, маргин мачанан мургин исе, пенин ночван. Уезжали из тундры в село, когда покидали места проживания, когда они пустели, когда где вот родился, да, ребенок, он там прожил часть своей жизни и вернулся не домой, а в село. И это боль утраты этого человека. Продемонстрирую несколько вариантов. Может быть, кто-нибудь потом подойдет и со мной попробует это сделать. Хорошо? Хорошо? Так. Сейчас вы просто послушайте. Можете пока слушайте понять, да, нужно это понять, как извлекается такой звук, да, и попробуем сделать такой соревновательный, можно сказать, момент, да.
попробуем с вами погорловить. Сейчас я вам хочу показать детскую песенку, такую танцевальную композицию горлового пения, которая называется «Утки нерпы». Хорошо? Эй! Проживает на Чукотке, значит, береговые, оленные чукчи, то есть тундровые, континентальные, можно сказать. У нас как бы есть такое немножко развитие, может быть, какое-то в оленеводстве, в морзверобойном промысле. Но вот хотелось бы, чтобы у нас было и развитие в сохранении, пропаганде и популяризации чукотского языка и его развитии. Мы за это очень сильно болеем. Ну вот хотелось бы, конечно, чтобы и в школе у нас наравне с такими дисциплинами, как математика, история, ну и абсолютно другие дисциплины, чтобы у нас и чукотский язык именно входил вот наравне с этими, ну не факультативом. Потому что факультатив это подразумевается, что какая-то часть, какая-то группа должна приходить на уроки чукотского языка. Но все равно я радуюсь за тех жителей, за тех учителей чукотского языка, которые все-таки
даже в форме факультатива, но они настолько больны, можно сказать, да, своей профессией и своей любовью к чукотскому языку, что у них создаются огромное количество групп, и у них очень интересные уроки. Я уроженка северной части Чукотки, это Чаунский район, остров Айон, я оттуда. Всю жизнь, ну, всю свою, можно сказать, детство, да, до совершеннолетия я проживала, пока не поступила в Национальный колледж искусств, где вдруг оказалось, что я могу петь, оказывается, я могу исполнять горловое пение, я, оказывается, могу говорить на чукотском языке, все это открылось там. Коли, хороны, сможете повторить? Хороны. Дом Иранга. Ярахай. 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 Рукавицы. Хлифит. Хлифит. Волк. Ины. Лед. Тин-тин. Я приехала из села Колымское. Закончила Колымскую национальную среднюю школу и училась в Арктический колледж народов Севера. Закончила по квалификации техник-эколог, дипломированный. При этом я, когда закончила среднее образование, мне позвонила директор колледжа Антипина Елена Егоровна и предложила, не хочешь поступить? Я, естественно, быстро собралась и поехала. У меня есть тетя Третьякова Дина Николаевна, она училась по этой специальности, чукотский язык и литература, как бы. И я как бы с нее пример хочу взять, как бы она вот педагогика, и литература, творчество устное. Ну, очень интересно, ну, хочу поддержать свой язык, свое творчество, свою культуру. Мои предки, которые родились в тундре, в Халарчинской, очень такой вот тундровой быт у них был, очень интересно. Николай Афанасьевич Ягловский и Мария Павловна Ягловская. Это мои предки, которые вели оленеводческий образ жизни, и благодаря им, как бы, я хочу сказать им большое спасибо, то, что вот у меня папа оленевод, папа у меня родился в тундре, Ягловский Николай Николаевич. Нас в семье шестеро, у папы есть двое братьев, Дмитрий Николаевич и Владислав Николаевич, который работает во втором стаде, община Турваурген, работает оленеводом, возглавляет эту. А папа работает наставником. Вот. А фамилия Ягловская, конечно, некоторые спрашивают, а почему у тебя такая фамилия? Ну, мне, естественно, интересно, как бы, почему, за что, как. Я говорю, девочка одна была, у нее фамилия такая же, только у нее Ягловская. Она говорит, если букву поменять, то у нас будет... Я говорю, нет, ты что, ты не путай, говорю. Ягловская очень знаменитая. В апреле 2020 года будет село Колымское, съезд Чукчи, где будет представляться моя династия Ягловских. Начал я танцевать со старшей группы, потом полетел в Анадырь, там начал тоже танцевать. Но там уже навыки на гораздо больше, чем в селе, а в городе на гораздо больше, выгода очень большая. Вот. И потом поехал в Билибино, там тоже начал навыки свои развивать, дальше начал. Потом в Черске приехал, это я уже за женой приехал. В Черском женился, чукчанка. Она с Нижней Колымы, а я береговой. Ты свой язык-то знаешь?
Я свой язык не знаю, но я очень знаю свои танцы. Я вот этим вот хочу показать то, что даже не знающему человеку можно показать. А сам горловое пение, я сам начал этим заниматься. Мне просто это заинтересовало. Я когда первый раз увидел то, что люди на сцене горловое пение делают, меня это очень сильно заинтересовало. И я начал где-то с 16 лет, я этим начал заниматься. Профессионально уже. Морские, но мы сейчас их говорим береговыми. Я хочу рассказать именно, как рисуется прощание птицы с гнездышками. Я скала. Со скал улетели птицы, и я никак не смогу с ними слететь. Поэтому скала начинает прощаться и горевать о своих птенчиках. Одежда тоже отличается. У береговых полностью свободные. И чтобы себя согреться, они полностью, рукав очень широкий у них. До груди согреваешься, и обратно можно идти куда-то рыбу чистить или заниматься хозяйством. Но в основном кухлянки ходят только в праздничные дни. В основном ходят на киркеляне. Это, которая была девчонка, вот это вот такие ходят. А чтобы было удобно работать, удобно двигаться. И, скажем, удобно даже
если поймали кого-то животного, и для этого они такие одежды приняты, да? И это в основном считают для красоты. Одеваем такие праздничные. Но они уже все натуральные, вы сами все видите, да? И каждая бусинка сделана, то, что означает, у нас вот эти такие цвета ассоциируются, как свет северного сияния. Я до сих пор вспоминаю северное сияние. Прямо когда света приливаются, звук идет такой. И света. И вот так хочется поймать рядом это северное сияние рядом. Вот это движение у морских чукчей, прощание с морем. Чукчи – один из народов, которые не поддались. Единственный народ, который не почул язык. Родился и вырос в чукотской среде. И многое оно мне считается как вторым родным языком. Я спою песню собственное сочинение, которое называется «Моргенешча». Тыкнутая тумга туре, а там на месте о котварка не так сама синит, а мы котлет кисли урка не так, амрам, а танганьтиятка синит кин ясиль, кайсоком ясиль, танганькашро инкон море, шо оравис аморе,
сама я очень благодарна, что проходит здесь, в республике Саха-Якутия, такое мероприятие, как День чукотского языка, День чукотского народа, где можно было рассказать о чукотской культуре, о чукотском языке. Мы здесь в теплой обстановке собрались и спели, станцевали. Здоровье родным, детям и близким. Не, 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 это матургинет, роерат, амат синит кинет.